Австрия прекращает поставки мясной продукции в Россию и другие страны таможенного союза из-за истории с партией сосисок, в которых обнаружили конину. 20 тонн продукции сомнительного качества задержали накануне в Московской области. Как заявил главный санитарный инспектор Австрии Ульрих Херцог, ограничения будут действовать, пока ситуация окончательно не прояснится. В ближайшее время Россельхознадзор предоставит результаты экспертизы австрийской стороне. Кроме того, усилит контроль за мясом, поставляемым из Европы. Теперь для проверки такой продукции используют новые технологии. Россельхознадзор быстро и молниеносно отреагировал на данную ситуацию. Мы со своей стороны сразу же начали отбирать пробы поступающей продукции из третьих стран, особенно из Европы, на видовую принадлежность. То есть до этого не применялся этот метод. В Россельхознадзоре подчеркнули, России нужны гарантии безопасности мясной продукции из Европы.